Сегодня мы приготовим варенье из очень вкусной, полезной ягоды эскизила. Варенье у нас будет без варки. Я взяла 1 килограмм кизила и 1 килограмм сахара. Кизил помыла, просушила. Нам нужно будет кизил перетереть через сито или удобным для вас способом. Берем ягодку, раздавливаем ее и перетираем. Ну, я думаю, всем это известно, как это делается. Косточки отделяем. Вот таким. Хорошо, когда кизил даже слегка переспелый. Можно это делать ложкой или как вам удобно. Я вот делаю вот так руками. И очень даже неплохо получается. Вот такие косточки остаются. Продолжая в таком духе, весь процесс не буду вам показывать. Вот я перетерла кизил, получилась вот такая вот масса, густая. И учитывая то, что у нас отошли косточки, мы положим меньше сахара. Не килограмм, а чуть меньше положу, может быть, 800 граммов. Хорошенько перемешиваем все. Вот получается масса. Ну, пробуем на вкус. Может быть, надо еще добавить сахара. Очень приятное. Очень приятное варенье свежее. Я накрываю крышкой эту миску и периодически буду помешивать. Оставлю на столе стоять, ну, некоторое время. Я простояла несколько часов на столе, сахар полностью растворился. Жаль, камера не передает точно яркость этого замечательного варенья. Я раскладываю варенье в прожаренные баночки стерильные и храню его в холодильнике. Такая вот прекрасная витаминная заготовка у меня получилась на зиму. Если вам понравился наш рецепт, оставляйте комментарии, ставьте лайки. А мы вам благодарны за то, что вы заходите к нам и смотрите наши видео. Пока, до новых встреч, до новых рецептов на нашем канале.